друзья, в продажу поступает Kia Sorento 2017 года на дизельном моторе объемом 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил на автоматической коробке передач на переднем приводе. Автомобиль отличная комплектация. В автомобиле стоят парктроники спереди и сзади, также установлены противотуманные фары. Также основная оптика линзованная, установлены литые диски на хорошей летней резине. Автомобиль привезен из Кореи. Автомобиль в родном окрасе. В автомобиле имеется бесключевой доступ. В салоне автомобиля темно-коричневый салон из кожи. Также в автомобиле установлена штатная аудиосистема с экраном. Имеется регулировка печки отопителя, двухзоновый климат-контроллер, кондиционер, подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений, подогрев руля, подогрев заднего стекла. Также в автомобиле имеется полный мультируль, имеются подрулевые лепестки. Также в автомобиле имеются кнопки для открывания багажника, багажник на электроприводе, имеется открывание, кнопка бензобака, 4 электростеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка зеркал, привод складывания зеркал, память сидений, блокировка стекол. Также у нас имеются передние сиденья на электроприводах. Для задних пассажиров удобное посадочное место. Есть подогревы сидений для задних пассажиров. Имеются карманы в дверях, подстаканники. Имеются карманы в водительском пассажирском сидении. Имеется розетка 220. Имеется также розетка под микро-USB, под прикуриватель. Также имеются кнопки для удобства для заднего пассажира отодвигать переднего пассажира. Также у нас выведен дефлектора печки отопителя. Имеется подлокотник с вот такими прекрасными подстаканниками. Спрятанные шторки для удобства. Автомобиль в отличном техническом и косметическом состоянии. Автомобиль без пробега по России. С электронной ПТС.